Александр Мережко, народный депутат Украины и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, присоединяется к нашему эфиру. Александр, приветствую. Добрый вечер. Как считаете, следует ли разделять встречу Моди с Путиным и встречу, предстоящую встречу Моди с президентом Украины Зеленским? Безусловно, следует это делать, потому что, ну, это разные, так сказать, треки с точки зрения национальных интересов Индии, как она себе это представляет. Дело в том, что, да, действительно, вот этот визит Моди в Россию, он произвел такое несколько гнетущее впечатление. И в этом плане все-таки, знаете, очень важно то, что Моди приедет в Киев. Давайте даже вот хотя бы сравним эту ситуацию с точки зрения, например, Китая. Китайский лидер Си Цзиньпин, он неоднократно встречался с Путиным, он был в России, но он ни одного раза не приехал в Киев. Здесь Индия как раз демонстрирует, ну, попытку, как они это представляют себе, безусловно, своего рода такого сбалансированного подхода. Я считаю, что визит Моди в Киев – это уже определенная дипломатическая победа, потому что все-таки не забываем, что Индия – это на сегодняшний день самое многочисленное государство. Это государство с довольно динамично развивающейся экономикой. И это, как они позиционируют себя, самая большая демократия в мире. Поэтому визит Моди очень важен. И надо быть благодарным Индии за то, что эта страна приняла участие в глобальном инаугурационном саммите мира. Это очень важный шаг. И я надеюсь, что мы будем развивать отношения с Индией в таком благоприятном для нас ключе. В чем вы видите важность конкретно предстоящего визита Моди в Киев и встречи его с высокопоставленными представителями нашего государства? Во-первых, очень важен сам факт такого визита. Это говорит о том, что, во-первых, Индия пытается играть роль лидера глобального юга и имеет все основания к этому. Это важно с точки зрения определенного толчка для развития наших политических, экономических и дипломатических отношений. Это важно с точки зрения прямого, непосредственного контакта между лидерами Индии и Украины. Я надеюсь на то, что удастся убедить премьер-министра Индии присоединиться к коммюнике, финальному коммюнике глобального саммита мира. И очень важно убедить его поддержать формулу мира президента Зеленского. Я думаю, что шансы к этому есть, и украинская дипломатия, она показывает уже конкретные результаты. Ну а вы ожидаете конкретных каких-то шагов или конкретных заявлений или подписания конкретных документов по итогам этого визита? Мы уже говорим об итогах, хотя сам визит еще не состоялся, тем не менее. Ну, сложно сказать, будут ли какие-то совместные документы, которые будут подписаны. Обычно, знаете, когда речь идет о визитах такого уровня, есть такое понятие дипломатическое или нормативно-правовое наполнение визита. То есть речь идет о подписании каких-то международных соглашений, международных договоров. Очевидно, какие-то договоры будут подписаны. Это уже тоже очень важно. Но такие визиты, самое главное, дают толчок в развитии, в последующем развитии наших отношений. Я надеюсь, что удастся в том числе убедить Индию продолжить принимать участие в глобальных саммитах мира, и в данном случае речь идет о втором глобальном саммите мира. И Индия здесь в определенном смысле конкурирует с Китаем за лидерство в рамках глобального юга. И важно использовать вот этот момент в наших политических интересах. И я думаю, что это удастся. Кто сегодня из стран равняется на Индию? По сути, для кого Индия может стать примером для дальнейшего улучшения взаимоотношений с Украиной или сближения с нашим государством? Ну, в рамках своего региона Индия является, если не лидером, то, по крайней мере, одним из лидеров. Есть целый ряд государств, есть даже вот такое понятие Индо-Тихоокеанский регион, Indo-Pacific region, да. То есть вот как раз целый ряд государств этого региона, например, Малайзия, Индонезия, они поддерживают очень позитивные отношения с Индией, ряд других стран этого региона также, можно сказать, ну, присматривается. Знаете, ну, игнорировать Индию невозможно, это гигант, это геополитический гигант, это лидер
своего региона, поэтому целый ряд государств прислушивается к мнению Индии, и ее пример может вдохновить их на то, чтобы пойти вот по такому пути, по которому идет Индия, то есть по пути налаживания отношений, дипломатических, политических отношений с Украиной. Это, на ваш взгляд, действительно может дать толчок налаживания отношений ряда государств, которые сегодня то ли сохраняют нейтралитет, то ли просто отсиживаются и наблюдают за событиями, а дальше уже будут решать, на чьей стороне они будут находиться. Ну, то есть, сторону будут выбирать по итогам войны. Ну, дело в том, что когда мы общаемся с нашими коллегами и представителями глобального юга, то мы подчеркиваем, что да, мы уважаем такое понятие и такую политику, как нейтралитет, но когда речь идет о совершении вопиющих международных преступлений, таких преступлений, как агрессия, как геноцид, здесь нет просто, невозможно оставаться нейтральным по отношению к этим преступлениям. Здесь речь идет о международном праве, о сохранении и восстановлении международного правопорядка. Поэтому здесь нельзя говорить о нейтралитете. Я всегда цитирую слова Джона Кеннеди, который приехал в 1962 году в Ирландию, выступал перед ирландским парламентом, и он сказал: «Да, мы уважаем нейтралитет Ирландии, мы понимаем, что Ирландия нейтральная страна, но нельзя оставаться нейтральным перед лицом борьбы между тиранией и свободой». Вот в данном случае нельзя быть нейтральным по отношению к вопиющему агрессивному нарушению, попранию международного права. Это направление или этот регион, естественно, важен для Украины с точки зрения налаживания отношений с теми адекватными государствами, которые готовы идти на этот шаг налаживания отношений. Но есть еще одно направление, которое для Украины не менее важно. Это африканский регион. Как там обстоят дела? Это, естественно, в контексте недавнего визита, турне, можно сказать, главы нашего МИД Дмитрия Кулебы туда. Еще до полномасштабной агрессии речь шла о том, что этот регион, регион Африки, должен стать одним из таких очень важных, стратегически важных для Украины направлений развития отношений. Этому в какой-то мере помешала полномасштабная агрессия, но на сегодняшний день мы пытаемся развивать, в том числе в рамках межпарламентской дипломатии, активно развиваем двусторонние отношения с целым рядом африканских государств. И мы уже видим определенные результаты. Они заинтересованы, например, в развитии экономических отношений, в украинской пшенице, в продовольственных, сельскохозяйственных товарах и так далее. У нас был целый ряд двусторонних встреч в рамках межпарламентского союза. И мы продолжаем активно развивать отношения с представителями стран африканского континента. И вот недавний визит министра иностранных дел Украины как раз свидетельствует о том, что это очень важный регион. И мы видим, что целый ряд государств, например, голосуют в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в пользу, поддержку тех резолюций, которые направлены на защиту суверенитета, территориальной целостности Украины. И мы видим, что вот такой результат, мы имеем результат, по сути говоря, общения с представителями стран такого важного региона, как Африка. Какой главный индикатор будет, который может показать, ну, там, в ближайшем обозримом будущем, то, что Украине удалось наладить взаимоотношения с рядом государств, которые до сих пор сохраняли нейтралитет или по тем или иным причинам держались как-то в стороне от нас? Например, может ли второй саммит мира показать определенные результаты, и будет ли это действительно индикацией вот того самого дипломатических достижений? Да, я бы тут выделил два таких, знаете, показателей политического и международно-правового юридического характера. Ну, во-первых, для нас важно, как эти государства голосуют в Генеральной Ассамблее ООН, когда речь идет о поддержке резолюций, направленных на защиту национального суверенитета и территориальной целостности. Это очень важно. И мы видим, что число этих государств растет. А второй показатель, политический показатель, это такой определенный барометр отношения государств глобального юга к Украине, это как раз участие в глобальных саммитах мира. И я очень надеюсь, что число государств, в том числе из такого региона, как Африка, во втором глобальном саммите мира увеличится. Ближний Восток. Он берется в расчет сейчас? Какие усилия Украина делает для того, чтобы и там найти дружественные государства или заручиться поддержкой?
которая столь необходима? Это стратегически важный регион и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Мы это понимаем в силу и экономических, так сказать, вопросов и так далее. Но я могу привести такой характерный пример. Катар – государство, которое оказало поддержку Украины в процессе возвращения детей, украинских детей, которые были похищены Россией. Есть вот пример такого сотрудничества. Довольно в позитивном таком русле развиваются отношения с другими государствами этого региона, в частности вот с Бахрейном, с Саудовской Аравией. То есть ведется активная дипломатическая работа в этом направлении, и мы надеемся заручиться поддержкой в том числе стран этого региона. Насколько Россия или в чем конкретно Россия ставит палки в колеса во всех этих усилиях? Где постоянно пытается влезть, где постоянно пытается чинить некое сопротивление подобным процессам? Безусловно, Россия делает все возможное, идет на любые провокации для того, чтобы каким-то даже малейшим образом подорвать взаимное доверие между Украиной и государствами этого региона. Они используют и кампании дезинформации, пропаганды. Они используют самые различные, они в этом плане очень креативны, когда речь идет о причинении ущерба не только Украине, но и речь идет о подрыве глобальной системы безопасности. Они и используют и подкуп, и политические кампании, используют свою агентуру влияния в этих государствах. То есть здесь самый широкий спектр, по сути, подрывных операций, которые использует и проводит Россия в этих государствах. Да, ну что ж, продолжаем следить за развитием событий. Они довольно насыщены и довольно динамичны. Спасибо большое. Александр Мережко, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.